И познакомьтесь, Титипо, на канале Тайо. Поскорее бы вернуться и посмотреть Защитника Икс. Извини. Привет. Защитник Икс. Класс, не верю, что он передо мной. Ха-ха, прости, что остановил. Ничего. Ты случайно не знаешь, где находится студия Герой? Да, знаю. Отсюда до перекрестка, направо и по прямой. Ух ты, я говорю с Защитником Икс. Наверное, это сон. А ты забавный. Как тебя зовут, приятель? Я Дизель. Спасибо, Дизель. Подождите. А? У меня есть небольшая просьба. Просьба? После работы Дизель помчался в городок Чух-Чух. О, это же Дидибо! Дидибо! Приветик! Привет! Посмотри-ка, ничего на мне не замечаешь? Заметно, что ты возил уголь, судя по грязи. Да я не про грязь. Ты посмотри на мой бок. На бок? Ого! Это же автограф Защитника Икс! Откуда он у тебя? Я указал ему дорогу, и он расписался на мне. Ух ты! Повезло же тебе! Да, я так счастлив! Погоди-ка, он же исчезнет после мытья. Тогда я не буду мыться. Это сокровище. Мне не терпится показать его остальным. Но Дизель... Еще увидимся! Но ему надо ездить на работу чистым.